Всем привет, с вами Шелтер. Сегодня у нас будет разбор сразу трех трейлеров по ФНАФу, а именно ФНАФ 9, Security Breach, Руины, DLC. Также будет разбор трейлера по фильму по ФНАФ и ФНАФ 10, а именно Help Wanted 2. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Hey, Italian man! Huh? С самого начала нас уже пугают самым страшным скримером, а именно вот этой женщиной. Да, возможно, конечно, у первой песни из фильма это просто фрагмент, очень похожий на песню из FNAF Plus, но откуда мы знаем, может, это одна и та же песня вообще. Сюжетная дыра новая. Мне вот непонятно, почему Бонни и Фредди выглядят как 3D-модели. Блин, да что это за пила? Они типа пытались сделать страшный момент какой-то. Ну, я смело могу сказать, что у них это не получилось. Ох, Фокси, неужели ты тоже будешь в фильме? Наконец-то. Я так понимаю, отсылка на книгу «Яма с шариками». Боже, меня раздражают эти глаза, они выглядят, ну, убого. Видишь мой глаз? Да блин, по сравнению с этим трейлером, фильм «Винни-Пух. Кровь и мёд» и то выглядит получше, честно сказать. Касси, I hope you get this message. I'm trapped. Here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Так, мы видим огромную кучу заброшенных локаций, все разрушено, это такое... Гигантский кекс. Эх, Рокси, ты ли это? Что они с тобой сделали, боже? Как же ты выглядишь странно, ужас. Знаете, вот это вот чем-то уже напоминает Spirit Box из Фазмофу. Не, ну Чики, конечно, сильно досталось после всего этого. Мне ее жалко как-то. Хотя нет, че ее жалко, че ее жалеть-то? О боже, знаете, в самом бриче камеры были говно, сейчас они стали еще хуже. Какой же это ужас. Игрушка разговаривает, так еще и говорит имя Грегори. Видимо, здесь присутствует магия какая-то. А че, это DLC, чего мы ждали, да конечно. Лично мне больше всего понравилось это чудовище, я так понимаю, это разрушенный Монти, потому что у него есть ирокез, и клыки, и челюсть крокодилья такая, так что Монти здесь выглядит лучше всех пока что. А, но мне еще также интересно, что это за создание такое. Возможно, это, конечно, глич-трап, да? Еще бы это глич-трап был, не хватало его тут. Don't give up on me yet.
Скажите мне, что здесь обсуждать, потому что, ну, чисто фактически тут просто скорее тизер, нежели трейлер, потому что обсуждать здесь особо нечего, если честно. То есть ничего захватывающего нету, разве что кроме скримера. И единственное, что меня напугало в этом тизере, очень сильно меня напугала надпись «Поздний 23-й год». Видимо, 31 декабря. Либо же, как обычно, перенесут на 24-й год. Желательно конец 24-го.